Впервые в Бердском музее радиозавода «Вега» прошли посиделки рок-клуба. Несмотря на непредвиденные обстоятельства, крыша протекла и один из залов затопило. На фоне экспозиции «История Веги» гости погрузились в особую атмосферу. У нас была идея отремонтировать какую-нибудь из веговской техники, чтобы демонстрировать в основном детям, которые вообще не видели, как играют пластинки. Вот нам отремонтировали бывшие сотрудники БРЗ, проигрыватель, который там на заднем плане играет. Начали искать пластинки, нам принесли большую подборку, и так получилось, что больше половины там были рок. И как-то мы вот начали думать, что как-то это надо использовать, и вот так спонтанно пришла идея организовать рок-посиделки там с гитарами, с чаем, с разговорами. Весь вечер на импровизированной сцене свои песни исполняла бердская рок-группа «Мирный воин». Растворяясь в утренних туманах, о мероприятиях мы узнали из соцсетей. То есть по объявлению связались с организаторами. Нам показалось очень интересный формат был заявлен мероприятия. Тем более в музее легендарного завода «Вега» вот решили поучаствовать. После концерта компания единомышленников продолжила посиделки в неформальной обстановке. В планах организаторов сделать мероприятие традиционным.